Губернатор Игорь Рудыня провел встречу с начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области Александром Кузьминым, который назначен на должность указом президента России 4 ноября. О деталях беседы расскажем в первом материале выпуска. Нового главу Тверского ведомства губернатору представил первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый. Полковник внутренней службы Александр Кузьмин служит в уголовно-исполнительной системе с 1991 года. До назначения в Тверскую область занимал должность начальника федерального казенного учреждения Центральной нормативно-технической лаборатории Федеральной службы исполнения наказаний. Включите, пожалуйста, нашего руководителя, в том числе в свои совещания. Вот, чтобы он присутствовал, готовил какие-то предложения и докладывал, в том числе, о готовности управления. В рамках встречи обсуждалось совместное взаимодействие по обеспечению занятости, обучению, ресоциализации освободившихся граждан. Направление работы, которое, я думаю, необходимо сегодня перезагрузить или более развить, это трудоустройство и адаптация в современных условиях лиц, которые по истечению срока отбытия наказаний вливаются уже в гражданскую жизнь. Считаем, что это все-таки наш потенциал граждан Российской Федерации, которые отбыли наказание. Считаем, что они, исходим из того, что они не просто могут, а умеют участвовать и в общественной жизни, и в производстве, в развитии экономики. И полагаю, что, может быть, с помощью центрального аппарата, учитывая, что Тверская область находится недалеко, можно было подумать о совместных мероприятиях по адаптации этих людей в нашу региональную экономику. Полностью вписаны в региональную жизнь, и они должны быть туда вписаны, но не готовят открытие первого памятника солдату, и это очень значимо. Также в рамках встречи шла речь о повышении эффективности миграционной политики, сокращении нелегальной трудовой миграции в Тверском регионе, предоставлении трудовых возможностей местным жителям.